За что выступают коммунисты Владивостока и Приморского края? За развитие города Владивостока в интересах жителей, за благоустройство города Владивостока в интересах жителей, за развитие и создание новых скверов, сохранение старых парков и скверов, за то, чтобы появлялись и развивались пляжи в городе Владивостоке, против точечной застройки. Коммунисты выступают за развитие доступного общественного транспорта. Коммунисты выступают за развитие и создание качественных и удобных парковочных мест для жителей.